канониры хотят подписать Мудрика и Жуао Феликса в январское трансферное окно. Тони Кросс склоняется к еще одному сезону в Реале. Манчестер Сити интересуется Джудом Беллингемом. Клуб планирует обновить полузащиту. Реал Мадрид провел две встречи с представителями Лейпцига за последние 15 дней. Сливочные готовы заплатить за талантливого хорвата 120 миллионов евро. Официальный сайт Саутгемптона подтвердил трансфер вингера Мислава Оршича из Загребского «Динамо». Сумма трансфера составила 6 миллионов фунтов, контракт хорвата рассчитан до лета 2027-го. Манчестер Сити рассматривает возможность приобретения левого защитника Реала Ферлана Менди. Согласно информации издания «Спорт», горожане все еще ищут усиление на левый край обороны. Полузащитник Лиона Уссем Аоуар продолжит свою международную карьеру в составе сборной Алжира, так как распрощался с национальной командой Франции. 24-летний игрок сыграл один матч за сборную Франции в октябре 2020 года. Жорже Мендеш экстренно пытается найти новый клуб для нападающего Атлетико Жуао Феликса. Испанское издание Ревелу сообщает, что на этой неделе в ресторане Мадрида состоялась встреча между исполнительным директором Матрасников и представителями игрока. Ньюкасл на протяжении некоторого времени следит за полузащитником Манчестер Юнайтед Скоттом Мактоминем. Однако он больше не входит в список приоритетных целей «Сорок» на январское трансферное окно. Летом у полузащитника Уссема Аоуара заканчивается контракт с Лионом, поэтому он может уйти уже в январе. Футболисту не привыкать к слухам о трансфере в Премьер-лигу, причем чаще всего его связывают с Арсеналом. Манчестер Юнайтед подтвердил подписание бывшего голкипера сборной Англии Джека Батлида. Вратарь перешел в стан Красных Дьяволов на правах аренды из Кристал Пэлас до конца сезона. Daily Mail сообщает, что наставник Арсенала Микель Артета дал согласие на летний трансфер капитана Вестхэма Деклана Райса. Молотобойцы сражаются за выживание, томясь на 17 месте в турнирной таблице. Давид Де Хея провел 511 матч за Манчестер Юнайтед. Вратарь МЮ вышел с первых минут в игре Кубка Англии против Эвертона. Теперь он занимает 10 место по матчам за Манчестер Юнайтед. Аякс подписал чемпиона мира Херонимо Рульи. 30-летний резервный вратарь сборной Аргентины заключил контракт с Аяксом на 4 года. Роберто Мартинес входит в число претендентов на пост тренера сборной Португалии. 49-летний испанец привлек внимание Федерации футбола Португалии, которая ищет замену Фернанду Сантушу. Васко да Гама подтвердил переход 18-летнего полузащитника Андреа Сантоса в Челси. Детали сделки не разглашаются. Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составит 12,5 миллионов евро. Тоттенхэм хочет подписать защитника Спортинга Педро Порро. Лондонцы рассматривают 23-летнего испанца в качестве приоритетного варианта на позицию правого защитника. Французский латераль Бенджамин Павар может покинуть чемпионат Германии в текущее трансферное окно. У игрока мюнхенской Баварии есть вариант продолжения карьеры в Ла Лиге. Форвард сборной Франции и Айнтрахта Коло Муани не планируют переходить в другой клуб этой зимой. 24-летний нападающий намерен завершить этот сезон в составе нынешнего клуба, несмотря на значимые предложения. В Англии начали принимать ставки на возможную отставку и уход Антонио Конте из Тоттенхэма. Наиболее вероятным считается возвращение Конте в Ювентус, ставки на это принимаются 5 к 1. Челси включился в борьбу за Маркуса Тюрама. Лондонский клуб готов подписать 25-летнего форварда сборной Франции уже в январе, сообщает Foot Mercato. 20-летний сын известного английского футболиста Дэвида Бекхэма Ромео Бекхэм продолжит карьеру во второй команде Брэнфорда, куда он перебрался из своей прошлой команды Интер Майами. Нападающий Барселоны Мемфис Депай может вернуться в Манчестер Юнайтед. Руководство МЮ заинтересовано в возвращении нидерландского форварда, сам футболист не против переезда в чемпионат Англии.
Diario Sport утверждает, что Барселона близка к покупке опорного полузащитника Вулверхэмптона Рубена Невеша, несмотря на то, что не может позволить себе большие траты. Тем не менее, подписание 25-летнего португальца укладывается в стратегию, так как «Волки» согласились уменьшить сумму компенсации, если сделку включат хавбека Франко Кисье, который не заиграл на Камп Ноу, и полузащитника Нико Гонсалеса, сейчас находящегося в аренде в Валенсии. При этом наставник Блауграны Хави не давал согласия на подписание Невеша, так как считает, что Невеш не совсем подходит для замены Серхио Бускетса. Но каталонский клуб все равно настаивает на покупке португальца. По информации The Telegraph, Арсенал усилил гонку за нападающим Атлетико Жуао Феликсом. Но также канониры по-прежнему хотят подписать вингера Шахтера Михаила Мудрика. Тем не менее, боссы Арсенала опасаются быть втянутыми в трансферную войну с Челси и не собираются платить огромные деньги за украинца. Представители «Синих» провели позитивные переговоры с «Шахтером» в Лондоне. По итогам встречи лондонцы готовы развивать ситуацию с возможным трансфером 21-летнего полузащитника. Челси считает, что предложение в размере 60 миллионов фунтов плюс 20 миллионов в качестве бонусов позволит им договориться о переходе Мудрика. «Шахтер» ранее отклонил два предложения «Арсенала». Последнее предложение канониров составляло 44,2 миллиона фунтов плюс бонусы. Тем не менее, канониры считают, что могут подписать и Мудрика, и Феликса в январское трансферное окно, так как оба игрока рвутся в команду Микеля Артеты. Правда, игрок сборной Украины хочет перейти на постоянной основе, а футболист национальной команды Португалии может перейти только на правах аренды. Тони Кросс, скорее всего, продлит контракт с Реалом. 33-летний хавбек не хочет доигрывать в клубе, получая мало игрового времени. Сообщалось, что он либо продлит контракт с Реалом, либо завершит карьеру. Игрок склоняется к тому, чтобы провести еще один сезон в мадридской команде. У Тони были опасения в связи с тем, что в нынешнем сезоне его игровое время сократится. Однако он видит, что по-прежнему важен для главного тренера Карло Анчелотти, итальянец доверяет ему. В этом сезоне Кросс провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативных паса. Манчестер Сити по-прежнему проявляет интерес к Джуду Беллингему. Английский клуб в летнее трансферное окно планирует обновить свою среднюю линию, сообщает ESPN. Но перед этим горожане выясняют, останутся ли в команде Илкай Гюндоган и Бернардо Силва. После этого будет принято решение об уровне необходимых инвестиций. Трансфер Беллингема будет непросто совершить, поскольку игроком также интересуются Реал и Ливерпуль. Но возможным преимуществом может стать то, что Манчестер Сити находится в хороших отношениях с Дортмундской Боруссией после трансферов Эрлинга Холланда и Мануэля Аканджи. В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 голевых передачи в 22 матчах за Боруссию во всех турнирах.